вкуснейшие лакомства, нежный десерт или ереванская гата. Как ни назови эту чудесную выпечку, все равно придется повторять, ведь она влюбляет в себя с первого укуса, это что-то невероятное. Существуют разные рецепты гаты, но все они отличаются преимущественно тестом, а начинка, которая называется харис, остается неизменной. Тесто, которое предлагаю я, просто создано для этой волшебной выпечки. Гата получается очень нежная, гармоничная и необыкновенно вкусная. Соблазнились? Тогда предлагаю посмотреть, как приготовить ереванскую гату. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте основные ингредиенты. Масло нам нужно холодное и хорошего качества, никакого маргарина. Муку для теста просейте в миску, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте и добавьте холодное сливочное масло. Разомните масло с мукой, чтобы получилась крупная крошка, затем добавьте мацони. Замесите гладкое и эластичное тесто, можно добавить еще немного муки при необходимости, но сильно не забивайте, заверните тесто в пакет и уберите в холодильник на 30 минут. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Для приготовления начинки смешайте сахар, муку, ванильный сахар и холодное сливочное масло, разомните все руками в мелкую крошку, как на фото. По истечении времени разделите тесто на два равные части, одну часть раскатайте в тонкий пласт, примерно 35 х 25 см, можно больше. Выложите половину начинки на пласт, края теста немного подверните. Заверните в рулет. Нарежьте рулет порциями по 1,5-2 см диагональными срезами, повторите эти шаги со второй частью теста. Выложите заготовки на противень с пекарской бумагой. Желток смешайте с молоком или сливками и смажьте каждый кусочек. Поставьте выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Ереванская гата готова, можно звать всех к чаю. Это необыкновенно вкусное лакомство. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мука пшеничная, 1,5 стакана, ингредиенты для теста. Масло сливочное, 100 грамм. Мацони, 0,5 стакана, или греческий йогурт. Разрыхлитель теста, 1 чайная ложка. Соль, щепотка. Мука пшеничная, 0,5 стакана, ингредиенты для начинки. Сахар, 0,5 стакана. Масло сливочное, 50 грамм. Сахар ванильный, 10 грамм. Молоко, 1 столовая ложка. Дополнительно. Желток куриный, 1 штука. Количество порций, 1,5-18. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Жду снова и желаю вкусного дня!